Так, это у нас 7 февраля 2017-2018 год, Харьков, 9:00 по Киеву, минус 8 градусов по Цельсию, и это у нас солнце в тумане, ёжик в тумане. Так, сейчас... Каким образом туман получается при минус? В 8 градусах мне невдомёк. Если повезет и будет нужная плотность тумана, можно будет даже пятна на солнце увидеть, поснимать. Был у меня такой опыт. Опа, куда ж ты бежишь? Красавица, красавица. Луна она, земля она, солнце почему-то оно. Всему красавице. Звучит, конечно, жутковато. Нет, треножку тут не упрешь, ладно. Еще раз попробуем попозже.